Все шло как обычно. Вот только Марлен Дитрих не вернулась в Германию. Не вернулась по политическим соображениям. Сейчас она дает интервью. Пока в ожидании лучшей работы, она демонстрирует моды в Голливуде. Wearing the most romantic black costume. It was the one with a large velvet hat. The black lace gloves made her hands even